Так, даров еще раз. Алло? Алло, алло, здоров, еще раз говорю. Вот, слышно нормально? Да. Я просто локальную запись-то поставил без стрима. Сейчас, короче, ну, поговорим, потом выложу, потом уже начну стрим. Ну, то есть отдельно там люди посмотрят, тогда, короче, все это дело. Нормально. Потому что резко, как бы, ну, что я сейчас... Не, ну да, понятно. Короче, уже прибыли тут, вот сейчас ждем тренировку. Там этот Арктур приехал вроде, вот я вижу его. Сейчас, ну, сейчас поговорим, могу его тоже дать, спросить пару вопросов. Угу, давай. Вот, ну, в принципе, вот, Чам приехал. Не знаю, Саулира еще не видел. Все приехали, то есть скорее приехали тут все Артов, ДНС там. Угу. Вот. А из наших только Арктура видел, да, получается там? Не, ну Кас, вот мы с Касом с утра в магаз ходили, там закупались едой, и сейчас уже здесь нормально. То есть он приехал, Блай видел, Блай тоже приехал. А, ну, сейчас... ну значит, короче, все помимо братка есть. Ну все, это и хотел узнать, короче, все понятно. Вот, да, то есть Блай, Кас все подъехали. Вот. Но все готовятся к победе. Вот. Сцены чуть обновили, но вообще чуть получше организовали, но все равно не очень. То есть шумно тут. Так все, короче. Ну, не знаю, не идеальные условия. Ну, как всегда, на DreamHack, знаешь там. Mm-hmm. Ну, я бывал там с разной дисциплиной, да, там все как бы, да, получается. Ну да, шумно, сцена рядом, какие-то фонари, тут не пойми что. Ну а в принципе чуть получше, то есть тут вот над каждым компом лампочки повесили, типа собственное освещение, то есть норм. Ну, так все. Да. Ну, нормально, играть сейчас будем. Вот уже тут сейчас час на разогрев, уже в час первого матча. Вот. Там не знаю, кого смотреть. Наверное, Блай, Арктур интересно, не знаю. Там, наверное, можно, да, запрыгивать в игры в первом групповом? Слушай, я не знаю, я попробую, как бы, у меня-то просто нет разрешения на это, как бы, ну, может быть, не будет, не отконтролить это все, как бы, там, и, не знаю, то есть... Ну, первые вроде всем пофиг, его даже не стримят, как бы, так что я не знаю. Ну, я попробую, да, там, к тебе, может, там, к Блаю Арктуру, там, запрыгнуть, не знаю, то есть, почему бы и нет. Ну, да. Вот. Ну, в общем, да. Вот, могу Арктуру дать сейчас. Давай. Арктур. Здорово. Привет. Тебя помнишь на интервью. Здорово. Да, просто. Алло. Здорово, это помнить. Ну, Серега, я сейчас без стрима, ну, там, в записи в локалке сделаю, так, с Вердосом с вами поговорю, потом выложу перед стримом, короче. Хорошо, привет. Как добрался, как там вообще дела? Хорошо, добрался, без каких-либо проблем. И отель рядом с станцией, то есть легко добраться до турнира. Ну, ты сегодня, ну, как прилетел, получается, или как? Нет, я вчера прилетел. Ага. Ну, расскажи, какие планы-то, как готовность вообще к турниру? Ну, планы сыграть, показать самую хорошую игру, которую я могу. Но поскольку карты новые, не самая лучшая подготовка, но постараюсь хорошо сыграть. Угу. А какой у тебя уровень сейчас вообще, как сам оцениваешь? Ну, то есть там ладдер, не ладдер, где тренился вообще? Я тренился в основном ладдер, но как европейский, так и корейский ладдер. Ага, все понятно. Ну как думаешь, сам-то пройдешь там в третью групповую, например? Думаю, да, вполне можно. Зависит от группы, конечно. Все понял. Ну, я тебе удачи желаю, что не буду вам вас напрягать, тренить, как бы, да. Спасибо. Там. С того, что принесли. Я думаю, я покушаю перед. А, ты уже кушал утром, нет? Не, я кушал, но я еще покушаю. Алло, привет, Помин. Алло, здорово, Миш. Я так без стрима в локалке запишу, потом стрим врублю, поставлю, короче, вот. Как добрались? Как ты добрался вообще? Как? А, да, трудно, не без проблем, но добрался, в принципе. Тоже вчера прилетел, получается? Да, я вчера только вот около 10 поселился вечера. Немного проблемы в аэропорте, все такое, но в принципе все терпимо, нормально. Угу. Все
все понял. Слушай, ну как свои силы оцениваешь? Как? Думаю, что до первого протоса там уже как сетка сложится, как группы пойдут. Но в целом буду показывать, что смогу. Ну понял. Но уже второй групповой, уже так мы вчера вот с Артемом говорили, уже второй групповой достаточно напряженный будет. Как думаешь там? Думаю, что вторая это самое главное сейчас во всем турнире, потому что даже третья может быть попроще. Там будет много американцев, всяких австралийцев и все в таком роде. А во втором там как раз первые и вторые места из Европы, которые сейчас в Open Break, те очень много всяких шоу-таймов там и других. Ну да, так, состав очень сильный, так я тоже смотрели. Там можно с группой повезти, а может случиться так, что у тебя будет группа смерти, и что вторая там обреченная группа. Так что тоже много все зависит от удачи. Тем более, думаю, что хорошо вот так выехать и начать вот это путешествие, эти ланы. Ну да, ты же давно, получается, нигде не бывал. Да. Я очень давно нигде не бывал, поэтому сейчас такое непонятное чувство, вроде радости, а вроде страха. Ну ясно, но бояться нечего, желаю тебе, ну вот с первого места выйти, как бы, ну вот у тебя первая групповая, вроде там не сверхжестких нет, там челов как бы. Ну да, там только риски, вот это зерг, зерги, у меня с зергами сложно, но постараюсь. Ну все, удачи, мечта, желаю. Спасибо тебе за... Спасибо. Давай, пока. Пока. Алло, алло. Алло, Артем. Вот, спасибо, что всех позвал. Сейчас, вот. Может, я еще плай найду, сейчас поищу тут. Приятно было послушать. Да, если было вообще круто. Я думаю, что даже там, может, стрим начну, просто как бы поставлю запись там в эфире просто и все. Да, да, там поставь. Сейчас вас спрошу, может, каз знает, где была. Ты не знаешь, где я был? Я не знаю, куда-то ушел. А, ушел. Он пока ушел, короче, не получится, наверное. Ну да ладно, ничего страшного, хоть вы тут втроем были, Блайт. Понятно, там как бы тоже послушать интересно было. Ну, то есть у вас в итоге вы сейчас сядете, да, там через 6 минут там или сколько-то? И... Ну да, сейчас буду тренить, разложился, в принципе. Uh-huh. Вот, через час катки. Ну у вас у всех там компы, да, там все дела, короче, твои там есть. Как бы. Ну как, пока не вылетишь, комп есть. Понял, короче. Потом уже все, потом сиди, ничего не делай. Матч только смотреть можно будет, других игроков там. Вот. Все ясно. Ну что, как выспался-то, думаешь, там? Да. Ну, так, ну, поспал, но как-то, знаешь, не крепко, знаешь, иногда бывает такое, не знаю почему. Но бывает, есть, да, согласен, что такое. Да, я думаю, даже это не связано там с переездами или еще что-то, просто иногда спишь, как бы вообще прям врубаешься, а иногда как-то, ну, так, как-то не глубоко. Ну, у меня обычно такое, если, ну... О чем-то думать начал, и еще шум какой-то, если есть, так вообще там, короче, фиг заснешь, бывает. Не, спал, я в принципе нормально. Я смогу отыграть весь день, но просто я говорю, что... А, пофигу, это все не важно, тут надо на адреналине тащить, как бы, типа, входить в раш. Знаешь, что тут делать? В раш строишь и раскидываешь всех. Это тот, да. Но надо... То, что тут тип... много, то есть, представь, это... За один день надо отыграть с 9 разными оппонентами в группах, ну, грубо говоря. Да, слушай, но тебе это надо сразу с первой группы, в отличие от Миши, например, там у него попроще будет, у тебя-то надо и в первой поднапречься, как бы, будет, чтобы... Да. Ладно, ну что, все, тогда мы пойдем тренить, короче, можешь там интервью прокрутить. Да, я обязательно прокручу, я сейчас чуть попозже начну, просто я только домой пришел, как бы, резко, вот, и... Сейчас тогда чуть поиграю, а потом интервью перед самым турниром поставлю, тогда просто как бы. Все, давай. Все, спасибо тебе, спасибо там. Всем удачи. Да, пока. Пока. Так, где Skype? Вот так вот, ребят.